Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Китайский лидер напомнил о полувековой истории совместного прогресса и взаимовыгодного стратегического партнерства двух стран. Китайская политика преференций для иностранных инвесторов предоставит еще больше возможностей для сотрудничества КНР и ФРГ, подчеркнул Си Цзиньпин. Он также отметил взаимодействие в области зеленой повестки и выразил желание провести первый диалог по вопросам изменения климата, экологического управления и сохранения биоразнообразия. Затронув тему текущей международной обстановки, китайский лидер отметил, что Пекин и Берлин должны сообща решать глобальные проблемы. Он также призвал вместе поддерживать справедливую рыночную конкуренцию и стабилизацию глобальных цепочек поставок, тем самым мотивируя Евросоюз соблюдать рыночные принципы. Олаф Шольц заверил, что Германия готова углублять двустороннее сотрудничество и способствовать позитивному развитию отношений между ЕС и Китаем. Другие важные переговоры председатель КНР провел в очном формате. В Пекине он встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Ключевыми элементами укрепления отношений между Пекином и Афинами китайский лидер назвал культурный обмен и сотрудничество в различных областях. Поднебесная поддерживает инвестиции своих бизнесменов в Грецию и приветствует на своем рынке высококачественные греческие продукты, заявил глава КНР. Страны будут углублять связи в рамках глобальной инициативы «Пояс и путь». Центральное место в этом занимает Пирей, один из крупнейших в мире и главный внешнеторговый морской порт Греции. В этом году исполняется 20 лет всеобъемлющему стратегическому партнерству между Китаем и Европейским Союзом. Председатель КНР выразил надежду на дальнейшую конструктивную роль Греции в этом партнерстве, основанном на самостоятельности, взаимоуважении и обоюдно выгодных отношениях. В свою очередь, греческий премьер заявил, что с момента визита Си Цзиньпина в Грецию в 2019-м странам удалось достичь существенных экономических успехов в двустороннем сотрудничестве. Он также привел в качестве примера Пирейский порт и выразил надежду на дальнейшее укрепление гуманитарных и культурных обменов.